большую волну уже с топотом, с криком, со всеми вытекающими из этого последствиями, так как вы можете, начнем отсюда, с левой половины, готовы волну пустить? 3, 2, 1, волна, пошли! Олимпийские! На это смотрит сейчас райдеры Бигейна. Со всего мира, это Алексей Красильников, Россия, Алексей Айсин, Россия, Кирилл Гаврилов, Россия, Антон Смирнов, Россия, Ваня Деутера, Италия, Николас Мартин, Новая Зеландия, Иван Зухани, Италия, Верне, Франция. Ваши аплодисменты, друзья, все аплодисменты сейчас есть, и это будет шоу, это будет шоу. Yeah.
Друзья, друзья, лучшие из лучших. Кстати, Алексей Колесник в этом году поздравил его. Вип-контест выиграл в Берлине в 2014 году.
минуты. Сейчас будет еще. Чуть-чуть.
хоче наш лідерів цепочки. І точно бачив нові акції, нас передають пані реакції. Авіація з туриста, різних дітей ваших чистовий поєдса. Не опасайся, відео капітана в сумі, тріждьотний полоси на костюмі. Я чувствую, на твоїм пиле бабу мої баки, і всі є спецзапав. Я бачу, буде віжу ці акули, а я там втикає даже. Максим Новосьов максимально вживається в свой велосипед. Такой-то экстаз найдет. Во-во-во! Едется, контролировал байк, но все нормально. Следом за ним сразу же на полтора хода. Руслан Коплубаев. Вы помните, что Владимир Улан выступает на Nissan Juke. Его Juke собственный, потом он понял, что он ему не нужен, его переделал, друзья. Надеюсь, что сейчас, да, куда же без него, выкатывается на копейке Степан Крумилов, друзья, потому что у нас аплодисменты Степан и его легендарная копейка 74-го года со салоном Бэтли. Поехали, дрифт! Показать
Шига. Спасибо большое автомобилям. Примите
Берите, жгите резину, так как вы это делали всегда на всех шоу, которых только возможно. Спасибо! Ну что, вся техника фестиваля заправлена топливом G-Drive. Дисциплина Big